Нарадиться у День незалежности на Гомельщине пошастило 30 немаулятам. Семьи 19 шлюбных пар пополнились у гэты день новонароджанными сыночками. Остатние 11 немаулят – девчинки. У Гомельским областным клиничным родильным доме 3 липеня на свет з'явилося 8 деток. У их лику и дачушка Катярины Косенко, Арына. Здагадку на конт того, что дитя народится в День незалежности, выказала своячка и материнское сердце. Близкая тетя, она сказала, День независимости точно будет. Ну и как ты тоже сердце почувствовала, что в День независимости. Акцию «С любовью до дзяцей» аб'яднанне «Беларусь» ладзіць ужо на працягу 8 гадоў. За гэты час на Гомельшчыне члены аб'яднання павіншавалі каля 300 маці, якія нарадзілі дзяцей у Дзень незалежнасці. День независимости – это практически профессиональный праздник общественной организации «Беларусь». Поэтому для нас он имеет особенное значение. Мы организация патриотическая, поэтому мы поздравляем мам, которые родили именно в этот день своих детей. Хочу сказать, что из года в год количество детей в нашем регионе рождается все больше и больше. Если в 2015 году было 12,8, да, то в этом году уже 13. У первом квартале бягучага года на Гомельщине народилось 6042 дзіцяці. Гэта на 333 больше, чем за аналогичный период минулого года. На протягу 3 дзён маці з усёй области, які народили своих деток у День незалежности Республики Беларусь, акрамя родных и близких, обовязково отримают іншаванні от представников улады, депутатов, старшинь районных организаций Беларуси. Светлана Князева, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».